Выходные в спортивном стиле. В самом разгаре 9-я Ивановская молодежная велогонка. Состоит она из нескольких этапов, один из которых – гонка на выбывание на стадионе «Текстильщик». С каждым кругом число участников сокращается. С дистанции сходит тот, кто обогнул стадион последним. Сегодня были заезды на гонки на выбывание, детские заезды для детей 9 лет и моложе. В целом отмечается большое количество участников, особенно маленьких ребят с родителями. Отрадно, наверное, что популяризируется все-таки велосипед как вид спорта. Практически все взрослые участники велогонки – профессионалы. Чтобы прийти к финишу первым, необходимо грамотно распределить силы. Если на секунду расслабиться и потерять бдительность, соперник может оставить далеко позади. Победителем в старшей возрастной группе стал Александр Васьков. Велоспортом он увлекается уже 3 года. Результатом доволен. Ну, настраивал себя на победу, выиграл. Ну, это радует. Это в большей степени подготовка к завтрашней гонке на шоссе. Сегодня просто, так скажем, разогнать кровь. Для юных гонщиков организаторы устроили отдельный заезд, а представитель ГИБДД напомнил о правилах езды на двухколесном транспорте. Ребятам младше 14 лет запрещено ездить на велосипедах по обочинам дорог. Тем, кто старше, можно. Но следует помнить о правилах и о том, какие сигналы следует подавать остальным участникам движения. До 14 лет мы говорим детям о том, что необходимо кататься во дворе, на детских площадках, на спортивных комплексах, то есть на огороженных каких-то территориях, но возможно движение по тротуару. Однако при движении по тротуару нужно соблюдать определенные меры безопасности, поскольку тротуар – это у нас, прежде всего, дорога для пешеходов. Поэтому, если на тротуаре у нас есть пешеходы, мы обязаны спешиться и вести велосипед рядом с собой. Впереди ивановских гонщиков ожидает еще несколько испытаний. В поселке Чернцы пройдут групповые заезды на 80 и 110 километров. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.